Всем привет! Сегодня 20 августа, пятый день нашего путешествия, и мы находимся в гостинице в Ростове-на-Дону. Сейчас 7:30 утра, мы уже скоро собираемся выезжать и покидать эту гостиницу. Ночью мы немножко проехали по городу, город мне понравился. Мы, кстати, сейчас находимся на окраине города, тут уже совсем недалеко трасса Таганрогское шоссе, которое называется. И ну, мы хотим, я, по крайней мере, хочу добраться до набережной местной, потом хочу на аллею Пушкинскую, или ну как-то так, я не посмотрела, как она точно называется сейчас перед съемкой видео, но в навигатор мы обязательно правильно введем все названия, там очень много сказочных героев по сказкам Пушкина, и там очень много львов, и также купцу, у которого у ног ходит кот. Тоже очень хочу сильно его повидать. Ну а потом мы направимся в Краснодарский край. Сегодня, я думаю, мы уже окажемся там. Сама гостиница оказалась вполне уютной. Достаточно просторный номер, как вы можете видеть. Есть своя тут ванная комната. И все это удовольствие всего лишь нам обошлось 1000 рублей. И я вам забыла сказать, что сегодня, возможно, мы зайдем в какой-нибудь торговый центр, возможно, местный, в Ростове, и посмотрим на новые брюки, новые штаны, так как эти я успела порвать, причем очень так мощно, ну, вы видели, что я уже зашила, но, тем не менее, хочется уже что-то новое, потому что вечером ехать на мотоцикле в шортах совершенно не вариант, было достаточно холодно, я думаю, даже здесь, в Ростове, в шортах было бы уже холодно. По крайней мере, сюда мы приехали в районе 23 часов, и в том, в чем я была одета, мне было как раз вполне комфортно. Как вы видите, здесь очень просторно, все чисто, и в ванной комнате, и постельное белье, и полотенце, так что мы реально очень довольны, особенно соотношением цены и качеством этого номера. Почаще бы нам так улыбалась удача с гостиницами. И еще раз показываю гостиницу, но уже при солнышке с улицы. И конечно, нам как всегда есть куда спешить, так что мы отправляемся в путь. Едем мы в город, так как ночной Ростов нам очень понравился, да и у меня здесь есть обязательные места для посещения, и конечно, конечно же, с котами. Да, и утренний Ростов нас нисколько не разочаровал, он нам тоже очень нравится и есть уже чем полюбоваться, даже пока мы едем на мотоцикле до нужного нам места. А первым делом мы идем искать и будем знакомиться с котом, который обитает рядом с купцом Коробейником. На этот момент я еще не знала, но зато вы уже узнаете сейчас и будете обладать очень ценной информацией про купца и кота, которая заключается в следующем. Эта скульптура имеет исполнять желание, и для этого необходимо провести всего лишь небольшой и простенький ритуал. Потереть кафтан купцу, положить в его сумку короб монету и, конечно же, погладить кота, а затем загадать желание, вернувшись к купцу и взяв его за большой палец левой руки. Вот и все! Так что удачи вам с исполнением желаний, а у нас пока что просто встреча с котом. Мы пребываем в отличнейшем настроении и покидаем нашего нового знакомого, дотертого чуть ли не до золотого цвета бронзы горячего южного котика, и идем через парк Максима Горького на улицу Пушкинскую. Но не тут-то было. В этом парке тоже есть что посмотреть. Например, маленьких котят с их мамочкой. Потом нам встретилась стая собачек, а позже наше внимание привлекли скульптуры с девушками и фонтан. Но вы сами видите с кем. И наконец-то мы выходим на Пушкинскую улицу, в центре которой располагается пешеходная аллея. И вот на ней-то мы должны отыскать львов. В Ростове-на-Дону мы нашли еще больших котиков, то бишь левчиков. И их целых 4 штуки. Пока что вы видите двоих. И на той стороне еще два. Вот еще два левчика. У одного пушкинская белочка, а у другого пушкинская царевна-лебедь. Мы решили не искать сегодня всех, так как на обратном пути, если ничего не изменится, мы снова должны попасть в Ростов-на-Дону, так что оставим то, что не успели увидеть, на следующую поездку. То есть интересные колодезные люки, на которых в частности есть кошка, а также фонтан,
со львами, так как мне еще именно сегодня очень хочется посмотреть на реку Дон, и поэтому мы возвращаемся к нашему мотоциклу, а по пути нам опять встречаются замурчательные мурчалочки, а также красивые здания с необычным флюгером в виде буратино, а на другом здании находится морской конек. Дальше тоже попалось много чего интересного, и вы можете вместе с нами наблюдать это на своих экранах. Кто согласен, что сюда стоит обязательно еще раз вернуться, и поддерживает наше мнение, что город красивый, обязательно ставьте пальчик вверх. Ну а мы едем все-таки на набережную. Да уж, сегодня так и чувствуется, что мы уже на юге. Кое-как садишься на изжаренную солнышком сидушку, и гулять в мотоэкипировке очень жарко, но хоть ехать хорошо. Сейчас я нахожусь на набережной реки Дон, и это последнее, что мы посмотрим здесь целенаправленно. Сейчас мы после этого поедем дальше, то есть в Краснодарский край. Река Дон. Но я многое сравниваю с тем, что мне понятно, и эту реку я сравниваю со знакомой и родной мне рекой Вяткой. Видимо, река Дон имеет тоже песчаное дно, судя по цвету, так как она в этом плане особо ничем не отличается от любимой мною Вятки. Зато она явно отличается масштабами. Она, конечно же, больше в разы, и я хоть в ней и не купалась, но судя по увиденной плавающей специальной технике, явно догадываюсь, что она к тому же и существенно глубже. Так как у нас по Вятке плавает уже лет 20 последних только прогулочный катерок, то я даже не знаю, как правильно назвать эти судна, что я вижу сейчас на воде, какие-то тягачи и баржи. Так что, в общем, кто знает, просветите меня в комментариях, так как это было бы хорошо убрать этот пробел в познаниях, и я вам буду заранее очень сильно благодарна. На реку мы с вами посмотрели, налюбовались, и пора теперь перейти к пешеходной ее части, к набережной. К тому же здесь однозначно есть на что посмотреть. Мы решили ограничиться маленьким кусочком этой длинной прекрасной набережной, и при этом нам попалось достаточно много скульптур, так здорово, когда их много. И мы, кстати, остановились недалеко от Макдональдса, поэтому решили сюда зайти, чтобы попить молочный коктейль, так как кушать нам до сих пор совсем не хочется, а пить вот очень даже сильно хочется. В Ростове вообще классно, жарко, но мы поедем в Сочи. Поехали с нами! Ростов, ты нам понравился, что мы наверняка еще сюда вернемся. Во время нашей поездки время прямо летит. И столько всего здесь еще интересного мы не посмотрели, но нам приходится садиться на мотоцикл. И в 12 часов мы выезжаем в дальнейший путь еще южнее, в Краснодарский край. По пути мы проехали еще одно, кажется, место, которое я хотела бы посетить. Парамоновские склады, которые теперь уже стали почти руинами. И в следующий раз, когда мы здесь будем, я вам обязательно расскажу, чем они интересны. А пока у меня для вас вопрос. Я права? Это они? Кто знает, жду ваши комментарии. Слушайте, ну облагороженная набережная Ростова, по-моему, очень большая. Я даже не ожидала такого. Наверное, здесь точно можно гулять весь день, особенно если там столько много скульптур, как нам встретилось на сравнительно небольшом ее отрезке. И, конечно, каждый раз эти скульптуры приковывают взгляд, заставляют остановиться. И, похоже, она тянется здесь на несколько километров, так что это очень удачное место для приятных прогулок и для тех, кто хочет похудеть или мечтает заняться спортом хотя бы в виде пеших прогулок, но все никак не может себя организовать на них. Но реально, при любых обстоятельствах я советую вам здесь прогуляться, так как то, что я сейчас вижу, мне очень-очень нравится. О, наконец-то мы снова видим трамвайные рельсы. У нас в городе трамваев нет. И, наверное, именно из-за этого этот вид транспорта мне так интересен, и я, можно сказать, их коллекционирую. И каждый раз жду встречи именно с ними в каждом городе.
помимо кошек, и даже загадываю желания, которые у меня всегда исполняются. И на этот раз я тоже загадала желание, но озвучивать я его не буду. А затем мы пытались выехать на мост, но он был на ремонте, и проезд был здесь разрешен только в одну сторону, и не в нашу. И нам, конечно же, пришлось поплутать немного в поисках другого выхода из города через реку Дон. И, наверное, мы только лишь через час его нашли, так как наш навигатор упрямо нам предлагал один и тот же путь. А в городе, естественно, мы не ориентируемся. И в какой-то степени я очень рада, что мы задержались здесь еще и поездили по разным улочкам, ведь я разглядывала в это время город, и, конечно, нам попали здесь интересные места, которые я взяла себе на заметку для посещения в следующий раз, когда мы будем снова в этом городе. Нет, я, наверное, погорячилась, когда сказала, что во время поездки в мотоэкипировке полегче. Ну или днем стало значительно жарче, что даже езда на трассе при хорошей скорости никак не спасает от жары. И ура, вот он юг! Мы указываем навигатору, что хотим сегодня добраться до города Сочи, и он решил провести нас через Адыгею, захватив ее небольшой кусочек. Здесь мы увидели здание очень креативной, необычной конструкции, огромный торговый центр. Такое чудо мы видим впервые у нас в городе Кирове. По сложности исполнения, наверное, нет ни одного такого здания, впрочем, как и по масштабам. Дальше мы видим огромное водохранилище, которое сделано на реке Кубань. Ну, как мы его тоже видим? Видим его только масштабы, а так оно огорожено достаточно высоко, и это охраняемая территория, так что, как законопослушные граждане, мы не стали искать здесь на нашу попу приключения, хотя очень интересно и любопытно посмотреть, что же там кроется и как выглядит это водохранилище. А когда мы проезжали по мосту через реку Кубань, там в воздухе витала такая ощутимая морось, которая, видимо, шла от водозапорных установок. И очень скоро навигатор вернул нас в Краснодарский край, и мы поехали в горах по серпантинной дороге. Наконец-то здесь в горах стало не так жарко, прям совсем-совсем в аккурат, то есть при том, что сейчас все еще жарко, но нас стал обдувать прохладный ветерок, исправляя ситуацию и выравнивая ее на комфортный уровень. И мне очень здесь понравилось ехать. Прямо я испытывала кайф. Шикарные виды для нас, не привыкших видеть такие горы, они постоянно какие-то разные, новые. Хочется снимать и фотографировать их на каждом повороте, так как вроде бы горы-то одни и те же, но каждую минуту пять появляются новые ракурсы за извилистой дороги, и они каждый раз открываются с какой-то необычной прекрасной стороны. Мы уже видим знакомые нашему слуху небольшие южные города, такие как Горячий Ключ, Джубка и другие. Правда, мы их проезжаем, так как наша цель несколько другая. И пока мы едем, нам встречаются животные, пасущиеся в полях. Также здесь оказываются популярные здания, выполненные под старину, под замки. И проезжаем рядом с некоторыми речками, которые, правда, прячутся от наших взоров ниже в горах. И, конечно же, еще раз сами горы, 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 на которые я предлагаю вам полюбоваться вместе с нами. И как я понимаю, мы едем все еще по трассе М4, которая находится здесь в идеальнейшем состоянии. А еще так здорово ехать именно по такой дороге, именно на мотоцикле, и въезжать в эти повороты один за другим. И я думаю, что чувствую себя прям как гонщик, участник каких-то кольцевых гонок. И в какой-то степени, наверное, даже американских горок тоже. Классно, да? И виды, и ощущения. Если вы поддерживаете мое мнение, то, конечно, не забывайте выражать его в виде пальчика вверх, так как мне это будет очень приятно. И еще я не могу не поделиться с вами своим наблюдением. Этот край полон сельскохозяйственных ярмарок, рынков, которые существуют здесь буквально дыша ноздря в ноздрю, так как они встречаются один за другим и часто даже в пределах видимости друг друга. И ничего, клиентов вроде бы всем хватает.
Конечно, кто часто ездит на наш российский юг, с этим знаком. А для меня это точное открытие. Ну а для тех, кто живет в Краснодарском крае, так вообще обыденность. И, наверное, они даже бы подумали, а разве не везде так? Нет, точно не везде. И вы знаете, мы были так уверены, что сегодня поедем именно в город Сочи, но в конце концов решили остановиться в гостях у соседей по Кирову, которые купили здесь себе дом на юге, и мы меняем направление на Геленджик, то есть на противоположное. И оказывается, Геленджик – это очень растяжимое понятие. Нам сказали, что здесь есть село, куда нам нужно приехать, но наш навигатор его сразу как-то не нашел, и поэтому мы просто поехали в сторону Геленджика. И на это путешествие у нас ушло здесь по горам несколько часов. И когда мы подъехали к городу, уже была практически ночь, мы снова позвонили, чтобы уточнить адрес, и тут мы поняли, что у нас великий облом. В начале нашего пути мы были не так уж далеко от нужного нам места, а теперь отъехали от него чуть ли не на сотню километров, а то и больше, и обратно ехать 2-3 часа по неосвещенной много где местами серпантинной дороге нам как-то уже сегодня совсем не хочется, так как времени 10 вечера, и мы, естественно, устали. Так что сегодня нас все равно ожидают снова поиски жилья, которые мы хотели избежать. Но тут что-то не жалуют гостей на одну ночь, и цены какие-то участников из-за этого дорогие, при том, что жить предлагают практически чуть ли не в сарае с санузлом на улице, а во всех гостиницах, которые мы проезжали, мы углядели таблички, что там мест нет. И мы были так счастливы, что спустя примерно час-полтора мотаний по городу мы встретили женщину, караулившую своих новых временных жителей. Правда, так как она ждала своих человечков, то она нас решила приютить у своей соседки, у которой как раз на одну ночь было пустое одно помещение. Та сперва очень сопротивлялась, думала, что мы какие-то ненормальные неформалы, буяны, раз едем на мотоцикле, и после неких убеждений ее в нашей нормальности нас все-таки пустили на одну ночь. Спать мы сразу не пошли, мы решили, что нужно обязательно наконец-то прогуляться без экипировки и, конечно же, дойти до моря, что мы и сделали. Мы прогулялись по ночной набережной Геленджика, которая здесь живет в полную силу, кругом народ, развлечения, работают обычные магазины с сувенирами и одеждой, аксессуарами и прочие магазинчики, много где слышны песни вживую, и мне, да и не только мне одной, понравилось живое выступление вот этих музыкантов, и я вам предлагаю их тоже чуточку послушать. Также мы наблюдали за цветомузыкальным фонтаном, простояв у него несколько минут, так как это действительно для нас, не обремененных таким опытом, является красивым и завораживающим действием. Интересно наблюдать, как меняются струйки воды и цвета в фонтане под звуки музыки. А еще мы тут углядели очередь неиссякаемую к светящимся буквам «Я люблю Геленджик». Наверное, я тоже его начинаю любить, но вот очередь нет, нисколечки. Напоследок мы сегодня решили сходить искупаться на Черное море, хотя в итоге я все же передумала, ибо холодно что-то мне показалось ночью в Черном море. Ой, а смотрите, какие милашества здесь играют на песке. Ну и по возвращении домой мы зашли в магазин, купили продуктов и теперь готовы идти спать. Сейчас я нахожусь в комнате, которую мы сняли в городе Геленджик. И времени уже почти час ночи, мы уже успели немножко прогуляться по набережной. И сейчас собираемся спать, и завтра рано утром, ну уже точнее сегодня рано утром, собираемся продолжить путь дальше, поедем в Новороссийск и потом в город Сочи. И наш вот такой номер,
обошелся нам 1000 рублей за одну ночь. В принципе, довольно скромненький, но и цена довольно бюджетная. Нас обеих сторон в конце концов устроила. Сперва хотели нам его дать за 1200, но мы договорились все-таки на 1000, чему мы очень рады. В номере есть мини-кухня, а также отдельная ванная на 2 комнаты. Очень надеюсь, что вам это видео понравилось, что вы поставите мне за него пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы все еще этого не сделали. И, конечно же, на мою группу ВКонтакте, которая называется «День жизни кошки». Ссылку на нее вы найдете внизу под этим видео в инфобоксе. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Очень надеюсь, что мы встретимся с вами в моих предыдущих видеороликах. Конечно же, рассчитываю, что мы встретимся с вами в моих будущих видео. Ну а на этом все. Желаю вам огромнейшей удачи и пока-пока!